В это воскресенье впервые за 6 лет открыл свои двери Национальный музей Дамаска. Правда, пока для посетителей доступна лишь часть экспонатов, которые относятся к доисторическому, греко-римскому и византийскому периоду, а также к исламской цивилизации. Руководство музея надеется, что увидеть всю экспозицию туристы смогут уже в ближайшее время. Генеральному директорату древности и музеев Сирии пришлось прибегнуть к особым мерам, чтобы защитить музей. Мы вынесли все артефакты и поместили их в надежное место. Конечно, мы столкнулись с серьезными трудностями из-за тех событий, из-за которых пострадало большинство районов Сирии. Но мы смогли спасти основную часть коллекции. За те годы, что музей был закрыт, в его коллекции появились новые экспонаты. Посетители теперь смогут увидеть артефакты, которые обнаружили сирийские военные в тайниках террористов. Таких экспонатов насчитывается около 9 тысяч.